Вы смотрите еженедельную итоговую программу «Якутия. День за днем». В материалах наших корреспондентов расскажем о главных событиях в Якутии и за ее пределами. В студии Александр Лысак. Смотрите сегодня. Скорбит вся Якутия, не стала Тараса Десяткина. С его именем связывают пик развития золотодобывающей промышленности республики. О чем говорил сам Тарас Гаврилович и каким его запомнят коллеги и друзья. Алмазный гигант растет. Президент Алроса встретился с Владимиром Путиным. В чем причины затопления рудника «Мир» и куда Сергей Иванов пригласил главу государства? Утонули в снегу. Дорожные и коммунальные службы Ленска и Алдана перешли на усиленный режим работы. Снега, оказывается, слишком много. Техники и людей не хватает. Выжить среди акул бизнеса. В Якутии открыли 18-й бизнес-инкубатор. Что становится с резидентами после жизни в тепличных условиях? Наша съемочная группа встретилась с выпускниками инкубатора. Молодым профессионалам везде дорога. Региональный чемпионат WorldSkills стартовал в республике. Чем удивляют экспертов будущие ювелиры, кондитеры и веб-дизайнеры? Не стало легенды. Ушел из жизни Тарас Десяткин. Его имя неразрывно связывают с золотодобывающей отраслью Якутии, с ее лучшими временами. В 1971 году его назначили руководителем «Якутзолота», одного из крупнейших предприятий республики. Десяткин – первый, кто реорганизовал и поднял на новую высоту золотодобычу. До прихода Тараса Гавриловича в «Якутзолото» преобладал старательский способ добычи, а вместе с ним – низкий технический уровень, невысокие объемы производства, варварское отношение к природе. За короткий срок, буквально за пару лет, Десяткин смог изменить отрасль до неузнаваемости. Получил и внедрил новую технику, привлек специалистов, начал освоение других месторождений. Результаты появились сразу. Если в 1973 году в Якутии добыли 32 тонны золота, то через два года уже 36,5 тонн. Таких темпов роста производства золотодобывающая отрасль Якутии раньше не знала. Тарас Десяткин, простой парень из Мигино-Кангаласского района, не сразу пришел в золотую отрасль. Трудовой путь начался на предприятиях угольной промышленности. Сперва в Иркутской области, на Черемхасском разрезе, затем в Якутии на Кангаласском руднике. От горного мастера до главного инженера. Затем Десяткина перевели в алмазодобывающую отрасль. Стал главным инженером рудника «Мирный» Треста «Якуталмаз». Стал лауреатом государственной премии за разработку алмазного месторождения трубки «Мир». Но почему-то немногие верили в Десяткина, когда узнали о его назначении в «Якутзолото» из воспоминаний. Когда меня в декабре 1971 года назначили на должность руководителя объединения «Якутзолото», никто не верил, что мы сможем выполнять плановые задания. Говорили, куда ты голову суешь, не знаешь, во что ввязываешься. В то время положение в золотопромышленности было тяжелое. История в очередной раз доказала, смелость города берет. Нельзя без волнения разглядывать эти, в сущности, очень скромные фотографии. В них запечатлен подвиг людей, осваивавших этот суровый, необжитый край. Вся страна помогала первенцу промышленности Якутии. Наш рассказ продолжит герой социалистического труда, генеральный директор Ордена Трудового Красного Знамени Объединения «Якутзолото» Тарас Гаврилович Десяткин. Открытие месторождений в Алданском районе дало возможность освоения новых золотоносных районов. Так, в 1934 году золото стало добываться в Жокжурском, в 1944 году в Верхнеиндигирском и в 1963 году в Куларском районах. Мы сделаем, умрем, мы у нас сделаем, понимаете? И мы добыли 4,5 тонны. Так, вот за это, в 1976 году, вот, указом президента Верховного Совета СССР, вот, указом Президиума Верховного Совета 10 марта 1976 года я был удостоен звания Героя Социалистического Труда. На кукольных выпуск сырые, товарищ, наверное, прав,
Скажи мне, Мария крутая, уже ли мне свет настает? Вот Мария другая, меня на поверхности ждет. Золото это всегда было символом богатства, власти, символом служило человечеству во все времена, символом экономической независимости. Уголь тоже не менее ценным так является, полезным ископаемым, который связан с теплом, это, как говорится, уголь, как говорили в советское время, это хлеб промышленности. Вот эти отрасли, они для меня, так сказать, своего рода дети. Поэтому они для меня дороги, потому что и угольный, и стеденой, и отсюда угольный. Вот я познал шахтерский труд. Мне довелось работать, не только в угольной, но и в последующих отраслях мне довелось работать с интересными людьми, с крупнейшими, выдающимися организаторами производства. Якуты – народ потомственных охотников. Деды и прадеды Тараса Десяткина промышляли в одиночку, не ведая настоящей цены ни себе, ни своей земле. За годами человек только потом, спустя много лет, начинает вспоминать, как проходило у него детство. Я вспомнил это огонек, тепло, и все это то, что это дерево, это действительно, я пришел к выводу, что дерево успокаивает человека. Так, дерево дышит, понимаете, дышит дерево. И это тоже помогало выжить. Начинает замерзать, соскакивать, начинает топить печь, потому что уже холодно. Моя жена русская. Я рядом тут пристроил к ней камельку, русскую плиту. Заметили? Русскую плиту. Равнодушие я не приемлю. Безответственность. Я в людях не приемлю те, кто не видят главное. В каждом деле надо видеть главное. А это обыкновенный алмазный суп. Его надо помешивать и добавлять специи. Тогда кислоты уничтожат крепкие примеси, оставив нетронутым драгоценный камень. Надо обратить внимание на возрождение производства. Только через производство будет полноценный бюджет. Для этого, конечно, должно быть отношение не прохладное, а более внимательное. Потому что все зависит от того, как говорится, как полопаешь, так и потопаешь. Так? Для того дорога и дана, чтоб души внимание не дремало. Человеку важно знать немало, оттого дорога и длинна. Человеку важно знать свой дом, весь свой дом, а не один свой угол. Этот дом замусорен и кругл, чердаки в нем крыты белым льдом. Закон дороги простой, шагай вперед не спеша, и пусть верста за верстой внемлет дороге твоя человечья душа. Моя спутница, она мне всю жизнь тут помогала, дала она мне двоих детей, дочь Марину и сына Андрея. Оба они успешные. Я доволен жизнью и судьбой. Меня старость дома не застанет. Я в дороге, я в пути. Меня достали, как говорится.
За долгий трудовой путь Тарас Десяткин получил десятки наград, почетный гражданин 4 районов города Якутска, республики. Якутзолото под его руководством не только занималось добычей золота, предприятие построило в столице Якутии 65 объектов, все были переданы безвозмездно. База отдыха «Сосновый бор», плавательный бассейн «Самородок», проект Дворца спорта «50 лет Победы» и магазин «Детский мир». Там сейчас офис «Мои документы». Это лишь небольшой список появившихся с подачи Десяткина зданий в Якутске. Обратимся снова к воспоминаниям. Меня часто спрашивают, почему Якутзолото решило построить в Якутске столько социальных объектов. Зачем надо было тратить средства здесь, когда основная работа по добыче золота шла далеко на севере? Отвечаю так. Как-то раз во время очередного визита иностранцев в Якутск мне стало очень стыдно за нашу столицу. Мы-то привыкли к местным условиям, а они, увидев наши улицы, не смогли сдержать удивления. А мы думали, у вас тут как в Кувейте. Вот для того, чтобы у нас стало как в Кувейте, мы решили создать новый облик столицы республики. Не успели. В 90-е годы наступил кризис в стране, перестройка, вседозволенность. Сегодня Тараса Гавриловича вспоминают везде. На родине, в Мигно-Кангаласском районе, в Якутске, где строили различные объекты, в Алдане и Мирном, где работал. Человек, который заботился всегда о человеке труда. Он был наравне с молодым, с опытным работником, всегда давал умные советы. Я помню молодым на Драге 75, когда работал механиком, в период своего становления трудовой деятельности, приезжал Тарас Гаврилович на Драгу. Это был действительно праздник, это был результат. Конечно, это большая утрата, но мы всегда будем помнить о Тарасе Гавриловиче, о его руководстве, под его счастливым, я считаю, что это действительно было счастье работать под его руководством. И вечная память ему, и пусть земля будет пухом. Он оставил школу, он оставил многих специалистов после себя, которые сейчас возрождают золотую промышленность и вообще промышленность в республике. Мы в конце прошлого года обсуждали с ним идею поставить памятник золотодобытчику возле здания производственного объединения «Якутзолото» в прошлом. Я надеюсь, что эти планы будут исполнены. В этом небольшом, маленьком, небольшого роста человека вообще энергии столько, сколько хватало бы, наверное, на вообще даже могу сказать, что хватало бы, наверное, на всю республику. Но меня жизнь столкнула с ним в 80-е годы. Я тогда еще был пацаном. И когда он выступал, я никогда не думал, что мы с ним близко будем работать. Этот человек останется в памяти очень долгие годы. И все золотодобытчики, конечно, будут вспоминать о нем всегда самым теплым и хорошим словом. Соболезнования в связи с кончиной Тараса Десяткина выразил Егор Борисов, руководитель Якутии, отметил, что сегодня для многих золото Якутии, фамилия Десяткин – это практически синонимы. Десяткин – это легенда, настоящий герой, всей своей жизнью доказавший, какой мощный заряд созидательной энергии может принести родной земле, обществу, народу, даже один человек, если он без остатка отдается любимому делу, если видит смысл своей работы не только в настоящем, но и в будущем. Тарас Гаврилович совсем чуть-чуть не дожил до своего 90-летия. Мы готовились отметить его юбилей. Конец цитаты. Гражданская панихида по Тарасу Десяткину прошла сегодня в Якутске. Еще никогда в театре оперы и балета не было так тихо. Проститься с легендой пришли все крупные чиновники, депутаты, бизнесмены и, конечно же, простые люди. И у каждого своя история, связанная с Тарасом Гавриловичем. Уход из жизни Тараса Десяткина – ощутимая утрата для жителей республики. Сегодня с выдающимся промышленником Советского Союза Якутии простились его соратники, коллеги, друзья, преемственники. То, что в период его работы было занятых в этих отраслях более 200 тысяч человек, это говорит о многом. Мы имеем серьезный задел, который он сделал. Его жизненный путь – это путь патриота.
Он родился и трудился на счастье и на славу своей республики, вспоминают тепло о ярком представителе рода Десяткиных коллеги. Его трудовая деятельность – это вся промышленность Якутии – угольная, алмазы и золотодобывающие отрасли. Тарас Гаврилович был дальновидным и умелым управленцем. Я тогда был главой Луса, и когда вместе работали, его всегда чувствовали его отеческую заботу. Нам очень не будет хватать Тараса Гавриловича. Вечная ему память. За время его работы была создана мощная производственно-техническая база и социальная инфраструктура, которая позволяла добывать в год свыше 36 тонн золота. При нем республика получила новое направление добычи – олова, производство сурьмы, вольфрама. Была проделана огромная работа и построены крупные объекты, которые определили развитие республики на долгие годы. Это строительство Незданинского ГОКа. Это депутатский ГУК, Сарыласский комплекс, радиолинейная станция Тикси-Кулар, Куйга-Депутатский, которая позволила дать в те районы цветное телевидение, качественную связь. Значит, во всех комбинатах Индигир-золото, Кулар-золото, Алдан-золото, Зугзу-золото были построены крупные цеха домостроения. Очень много вводил жилья Тарас Гаврилович. Также о Тарасе Гавриловиче тепло вспоминают жители Устьянского улуса. Основное промышленное развитие района совпало с периодом, когда он работал руководителем Якутзолота. Основной вклад, которым, наверное, сейчас мало кто знает, это строительство дороги, которые депутаты, наверное, ценят больше всего. Это строительство круглогодичной дороги Усть-Куйга депутатский. Как отец Яксакал горнодобывающей отрасли ювелирного производства республики, он был и остается примером для подражания молодому поколению промышленников и руководителей региона. Любовь Васильева, Илья Сыромятников, Мегина Кангаласки, Устьянские районы, Якутск. Тарас Десяткин никогда не выставлял себя на первый план. В какой бы сфере ни работал, всегда вспоминал друзей и коллег, с кем работал на рудниках и развивал промышленность. В каждой книге называет десятки фамилий председателей старательских артелей, специалисты горно-обогатительных комбинатов, даже простые трудяги. И все для одной цели. Называю имена дорогих моему сердцу якутских золотодобытчиков с надеждой, чтобы помнили будущие поколения, которым предстоит жить на нашей любимой суровой земле. А на земле, в чем я уверен, ничто не проходит бесследно. Сейчас короткая реклама, вернемся через 2 минуты. Это Якутия день за днем, и мы подводим итоги недели. Алроса в эти дни не покидала новостные ленты. Например, алмазный гигант продал 105 камней на 13 миллионов долларов и отчитался о чистой прибыли за прошлый год почти 17 миллиардов рублей. Но, конечно, основной информационный повод был связан со встречей Сергея Иванова, президента Алроса, с президентом России Владимиром Путиным. Тем для первого разговора накопилось немало. Начать решили с редких алмазов. Это самые дорогие по стоимости алмазы, добытые за всю историю российской алмазодобычи. Советская — это уникальный розовый алмаз, 28 карат, уникальных цветовых характеристик. Большой, да, считается? Да. И самое главное, розовые, они всегда самые дорогие на аукционах. Редкие. Да, и желтый очень интенсивный цвет, тоже уникальные характеристики. Природа помогла нам в конце прошлого года. Не скажешь, да, что это алмазы. Да, как выглядит, как стекла. Угу. Это на наших рассыпных месторождениях, на нашей дочерней компании «Алмазы Анабара». Разговор шел в деловом русле. Путин спрашивает, Иванов отвечает. Прозвучало, что «Алрос» остается крупнейшим налогоплательщиком Якутии. Одних дивидендов компания в прошлом году выплатила на 22 миллиарда рублей. Однако Путина больше интересовала ситуация с аварией на руднике «Мир». Напомню, в августе прошлого года прорвало карьер, затопило шахту. В этот момент под землей находился 151 человек. Эвакуация осложнилась отключением электроэнергии и прекращением работы подъемника. В кратчайшие сроки был запущен резервный генератор. Спасти удалось 143 человека, 8 горняков, к сожалению, так и не вернулись домой. Причина аварии ясна, да? Иван Иванович, работала комиссия Ростехнадзора. Алексей Алешин немедленно, мы вместе вылетели сразу после аварии.
были привлечены более 16 самых авторитетных российских экспертных организаций. Расследование шло совершенно объективно. В результате расследования единогласно все эксперты пришли к трем причинам. Первое – это проектные ошибки, допущенные в 2000-х годах. Второе – это подтопление карьеры в 2011 году, когда сломалось несколько насосов. По всем выводам комиссии организована работа. Мы сейчас серьезно перестраиваем систему промышленной безопасности внутри компании. Все инциденты немедленно эскалируются, по ним принимаются решения. Это наша основная задача на 2018 год. Семьи таких же, как Всем семьям были обеспечены выплаты, это и страховые выплаты, и прямая поддержка от компании «Алроса», поддержка бюджета Республики Саха. Поэтому там было 4 семьи, которые непосредственно проживали в Мирном, и 4 семьи – это белгородский подрядчик. Также губернатор Белгородской области принял решение оказать еще адресную отдельную поддержку от бюджета Белгородской области. Обсудили перспективы, в том числе запуск Верхнемунского месторождения. Проект, сказал Иванов, уникальный. Рабочие места получат 700 человек. Осенью приглашаем вас на запуск торжественного месторождения. Техника, автопоезда будут возить руду на нашу 12-ю фабрику в городе Удачный, 150 километров. Уже прошло опробование первой партии руды, 75 тысяч тонн мы перевезли. Хорошее содержание, будет хорошая экономика, хорошая дополнительная поддержка и республики, и дополнительной мощности по «Алросе». Дополнительно, если не основной поддержкой, станет создание центров экономического роста в Якутии. Об этом говорили также в Москве во время заседания по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе. Повышением качества жизни в Южной Якутии – первоочередной пункт в проекте плана социально-экономического роста, отметил глава республики Егор Борисов. На финансирование долгосрочной программы из федерального бюджета выделено 56 миллиардов рублей. На совещании рассмотрели проекты отдельно по каждому субъекту, а в документе учтены потребности Якутии в необходимости строительства онкологического и кардиологического диспансеров, общеобразовательных школ взамен аварийных и подготовки рабочих кадров. Мы определили в республике несколько точек роста. Это имеется в виду Южная Якутия. Это сегодня уже приглядывается Восточная Якутия на базе Тампонского района. Ну и, соответственно, центр нашей столицы Якутск. К другим не менее важным темам. Покупайте, мы заработаем. Розничные цены на картофель в России в прошлом году выросли на 24%. Таковы данные Росстата. Обычно эта культура дорожает из-за затрат на хранение и логистику. Пик повышения цен приходится на май и июнь, когда запасы отечественного картофеля подходят к концу. Поэтому еще все впереди. Однако в некоторых городах цены взлетают сами по себе, без данных Росстата. Например, алмазная столица, город Мирный, всегда славился высокими зарплатами и такими же ценами на продукты. Наша съемочная группа решила отправиться в ближайший магазин и узнать, как быстро похудеет кошелек. Сейчас я иду в обычный продуктовый магазин в центре города. Мне надо купить килограмм картошки, яблоко, килограмм докторской колбасы, молоко и яйца. В итоге мы посмотрим, во сколько обойдутся вот эти стандартные продукты для семейного бюджета. Килограмм картошки сколько стоит? 70 рублей килограмм картошки. Умская хорошая картошка. Яблоко вот самое дешевое. Самое вкусное, самое дешевое. Хорошо. Вот эти польские яблочки, называются гала, сочные, сладкие. 170 они. Ну, еще десяток яиц. Десяток яйца. Яйцо у нас привозное. Это Алтайский край. Ну, хорошее яйцо у нас. Нет, десятка по 85. И молоко, пожалуйста. Молоко. На 70. Колбасы нет, да? Нет, колбасы нету. Когда уже дорога закрывается зимник с самолетом, намного дорого получается. Самолетом получается за килограмм 140 рублей добавляется. Допустим, сейчас помидоры, огурцы по 220. Если самолетом добавляем, получается 350-320 разные. Так как вы поняли, колбасы в этом магазине не оказалось. Общая сумма без докторской колбасы
составила 427 рублей. Сейчас попробуем купить недостающий продукт в другом магазине. В соседнем магазине продукты были намного дороже. Цена за литр молока варьируется от 84 до 130 рублей. А докторская колбаса, за которой мы пришли, стоит 460 рублей за килограмм. Колбаса из Новосибирска. Люди как бы желают видеть новосибирскую колбасу. Иногда закупаем скифы, предлагаем еще и скифовскую колбасу. А как цена вот скиф? Скиф маленечко, конечно, подешевле, потому что колбаса местного производства, поэтому. На сколько примерно? Ну, на рублей на 100. А окорочка у нас весовые 185 рублей. Угу. А фарш у нас есть, мясной отдел, мы сами крутим фарш, у нас 485 рублей. А как вам цены на продукты здесь, в Мирном? Ну, сейчас вроде бы стабильные цены. А сколько вот обычно тратите на стандартный набор продуктов? Ну, в зависимости, по потребности, как бы, чтобы... Хочу взять, ну, где-то около 1000 рублей. Завышенные счета, я вот как пенсионер, ну, намного поднялись цены. В основном мясная продукция, овощи. Ну, в один поход, вот у меня пакет, ну, здесь на 800 рублей вот я купил. Это молоко, хлеб, рыбу и вот и все. Рыба свежемороженая. За 700 грамм докторской колбасы я заплатила 335 рублей. В итоге общая сумма с предыдущими продуктами составила 762 рубля. Если бы получилось взвесить ровно 1 килограмм колбасы, то в общем получилось бы 887 рублей. Такой же набор продуктов в соседнем Сунтарском районе получится дешевле на 112 рублей. У нас не только продукты, но и промтовары. Мы возим зимой автотранспортом, а зимой, а летом мы возим контейнерами. Мы работаем с Новосибирском в основном. И фирма у нас уже в течение 15 лет как бы работаем. Ассортимент товара у нас все время меняется. Цены тоже стараемся для населения, чтобы цены были лояльные. У нас в Сунтаре цены дорогие, конечно, на продукты. Ну, в среднем в день мы расходуем на продукты 500 рублей, где-то так. Я купила 2 хлеба, 2 манные крупы, кефир и сахар. В общем, получилось более 400 рублей. Я считаю, что цены здесь дорогие. Сегодня цены на одни и те же продукты в Мирном на 100 рублей дороже, чем в Сунтарах. В месяц эта разница составляет 3000 рублей. А с закрытием автозимников, когда продукты будут доставлять самолетом, этот показатель возрастет до 6000 рублей. Прожиточный минимум для пенсионера в Мирном и Сунтарах одинаковый – 13500 рублей. Учитывая этот факт, в Мирном почти половина пенсии уходит за переплату товаров, а местные предприниматели, как правило, не станут работать в убыток. Получается, что намного дешевле съездить в соседний район и закупиться там продуктами на месяц вперед. Марьяна Кутукова, Евгений Тайтонов, Нюргуяна Григорьева, Радамир Сергеев. Якутия. День за днем. Ну а пока в Мирном считают деньги, в Алдане и Ленске убирают сугробы. В Алданском районе выросло число дорожных аварий, заявляют полицейские. Причина – обильные снегопады. В соседнем Ленском о повышении печальной статистики не сообщается, но местные жители говорят – вопрос времени. Почему, знает Кристина Якупова. На дорогах Ленска снежно и опасно. Неделя для местных автомобилистов, мягко говоря, непростая. Ледяные бугры не только ломают ходовку машин, но и создают реальную опасность для водителей и пешеходов. Сотрудники ГИБДД показывают нашей съемочной группе, насколько безответственны дорожные службы. Специальным уровнем отмеряют высоту снежной колеи. Однако все видно и без приборов. В ходе обследования улично-дорожной сети города Ленска было проведено обследование совместно с представителем администрации МО город Ленск. Значит, в ходе мероприятия были выявлены следующие недостатки. Сужение проезжей части, возвышение обочин над проезжей частью, наличие плотно укатанного снега, снежный накат. Значит, данные недостатки не отвечают требованиям ГОСТа 50597. Власти Ленска оправдываются. Виноваты подрядчики. За порядком до конца прошлого года следил техносервис. Ему прибраться на занесенных снегом дорогах мешали мороза и нехватка техники. Теперь городские чиновники ломают голову. Думают, как избавиться от снега.
закончились трехгодичные контракты с подрядными организациями, которые убирали и обслуживали улицы в летний и зимний период времени. И это повлекло определенную накладку. На что мы сегодня обратили внимание и выявили. Чтобы избежать форс-мажорных вот таких вот обстоятельств, мы в срочном порядке заключили краткосрочный договор с подрядными организациями на очистку вывоза снега с центральных и периферийных улиц города до заключения постоянных контрактов трехгодичных. Пока чиновники думают, волонтеры делают. Ребята решили помочь пенсионерке, чей двор занесло снегом. Лопаты в руки, шапку на бекрень. 2 часа и территория частного дома очищена. Мы помогаем пожилым бабушкам и дедушкам с уборкой снега во дворе, за ним. И когда уже совсем слишком много снега, мы сбрасываем. От снега страдают и алданские дорожники. Сгружают тоннами. На борьбу с природой брошены все службы. Работают без выходных. Меньше осадков не становится, жалуются чиновники. Боремся постепенно, ежедневно. Количество снега в этом году выпало чересчур большое обилие. И по мере их выпадения мы все убираем. Вместе со снегом на дорогах увеличивается и статистика по автомобильным авариям. Погода и ДТП связаны напрямую, уверены госавтоинспекторы. За 1,5 месяца текущего года в Алданском районе произошел рост дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими и трупами. Это связано с обильными осадками в настоящее время, в году. К сожалению, администрация района не должным образом контролирует подрядную организацию за уборкой снега на дорожном полотне. Крыши тоже в поле зрения управляющих компаний. Весна близко, снега много. Вопрос стоит остро, рапортуют коммунальщики. И добавляют, для расчистки крыш не хватает людей. Да, мы уже начали с октября месяца, приступили к сбросу снега с крыш. Привлечено очень много бригад, но не хватает ни средств, ни людей, потому что такие морозы стоят. Ну, стараемся, думаю, что справимся со снегом и встретим весну. Власти Алдана оказались не готовы к зиме. Оправдание одно. Снега выпало уж слишком много. В этом году осадков снежных в 2 раза больше нормы. Поэтому хочу предупредить население города быть осторожными, аккуратными в этом плане. Ну а управляющая компания, в свою очередь, занимается сбросом снега с кровель. На сегодня 6 бригад, которые устраняют данное замечание. Трагический случай в Алдане. На мужчину сошел снег с крыши. Откопали уже мертвым. Не заметил. Кто виноват, выясняют правоохранительные органы. Ясно, что проблема с некачественной уборкой снега внезапно не появилась. Зима в Якутии 9 месяцев в году. Но для чиновников это постоянно, в прямом смысле слова, как снег на голову. Кристина Якупова, Якутия, день за днем. Действительно ли в Ленске и Алдане выпало много снега? 2 раза выше нормы, как говорят местные власти. За комментарием мы обратились в Республиканский гидромедцентр. В городе Алдане снег высокий. Скажем, по данным на 10 февраля высота снега на метеоплощадке 90 сантиметров. Это существенно выше нормы. Вот. Но в основном снег в Алданском районе шел в октябре месяце, в сентябре. Там уже сложилась высота снега 60 сантиметров. В Ленском районе там тоже постоянно идет снег. Высота снега у них по снегосъемке 69 сантиметров при норме 55. Также значительные запасы. Но для Ленска это значит порядка до 130% от нормы. Не до 2 норм, как в Алдане. На самом деле комментарии здесь излишни, все и так ясно. Алданские власти говорят, снега выпало в 2 раза больше нормы, поэтому не можем почистить улицы. Позиция синоптиков, превышение есть, но основная масса осадков выпала аж 4 месяца назад. За это время можно было раскидать сугробы обычными лопатами. Уровень явки на президентских выборах в России будет в пределах 60-65%. Такие оценки привел председатель правления фонда «Центр политических технологий»
Борис Макаренко на пресс-конференции в Москве. По оценке политтехнолога, высокий уровень активности российских избирателей можно прогнозировать с учетом разнообразного состава участников предвыборной гонки, а также высоким уровнем легитимности выборов. Сейчас же мы видим, что раз декларируемая явка высока, это значит, что в обществе ритуальная, символическая ценность президентских выборов остается очень высокой. Причем это значимость рациональная, выборы хозяина, выборы пути. Это не думские выборы, на которых главный мотив – это эмоция. Во-вторых, у нас давно уже не было списка кандидатов в президенты из 8 человек, причем очень разных. Предложение стало шире и интереснее. Посмотрим, насколько эту возможность оппозиционные кандидаты используют. И легитимность выборов высока. Все это предвещает явку достаточно высокую. Сейчас короткая реклама, и вот о чем расскажем ровно через 2 минуты. Как стать акулой бизнеса в тепличных условиях? В Якутии продолжают открывать бизнес-инкубаторы. Помогли ли они кому-нибудь, узнала наша съемочная группа. Кондитеры, ювелиры, фотографы и еще десятки направлений. В Якутии продолжается региональный чемпионат World Skills, чем удивляют экспертов молодые профессионалы. Вы смотрите итоговую программу «Якутия. День за днем». Продолжаем рассказывать о главных событиях уходящей недели. Очередной бизнес-инкубатор открыли в Якутии. 18-й по счету появился в Нижнем Бестяхе. Он располагается на площади в 1000 квадратных метров. Места хватит всем. Сегодня резидентами стали 14 начинающих предпринимателей. Центр сдает помещение по льготным ценам. Один квадрат за 100 рублей. Помогают в сопровождении бизнеса. Резиденты заняты в сфере услуг, производства мебели, полиграфии, а также IT-технологий. Сейчас задача амбициозная. Бизнес-инкубаторы должны запустить во всех районах Якутии. Получится ли, станет ясно через пару лет. Возникает другой вопрос. Какова выживаемость предприятий-резидентов? 3 года им помогают, не завышают аренду за помещение. Можно ли стать успешным бизнесменом, не пройдя через все эти проблемы? Саргалана Федорова встретилась с выпускниками бизнес-инкубатора. Собственное производство ценится дороже. Моисей Иванов вошел в ювелирный бизнес 4 года назад. Начал создание якутских национальных украшений. Теперь руководит крупной ювелирно-производственной фирмой. Изготавливают обручальные кольца. Производство занимает 130 квадратных метров. В прошлом году кольца купили 3000 человек. Моисей не скрывает, его компания встала на ноги благодаря поддержке республиканского бизнес-инкубатора. Я до поступления в бизнес-инкубатор работал где-то полгода. И там, конечно, у меня была аренда очень высокая. Потом, попав в бизнес-инкубатор, уже значительно уменьшилась стоимость квадратного метра. Появились некоторые деньги, которые я уже использовал для закупки сырья. На ювелирном рынке высокая конкуренция. В океане сплошные акулы бизнеса. Однако предприятие Моисея обыгрывает конкурентов. Цены ниже рыночных, потому что сами производят украшения. Заказы поступают не только из Якутии. В списке Москва и Санкт-Петербург. Отдельного рынка обручальных колец в Якутии просто не существует. Поэтому от клиентов нет отбоя. В салоне представлено более 40 моделей обручальных колец, от экономичных до оригинальных и дорогих. Посетители могут бесплатно примерить украшения, приглядеться и выбрать именно свое кольцо. А если клиенту ничего не приглянулось, он может обратиться к дизайнерам или принести свой эскиз. А если кольцо велико или мало, то ювелиры тут же подгоняют размер. Цех прямо за дверью салона. Кольцо из белого, красного, желтого золота и серебра. На вкус и цвет. Кольцо начинается с литья. Литье – это сердце ювелирки. Потом идет на монтаж. Монтируется, размеры подгоняются. Ну, потом дальше полировка. Ювелирная фирма «Моисея» готовится расширяться. Сперва на региональный уровень, затем покорять просторы России.
Никакого лишнего шума, только негромкая музыка, чтобы расслабить коллектив. Ребята занимаются проектированием зданий. Резидентом бизнес-инкубатора стали в 2013 году. Выпустились уже как 2 года. Успешно работают на рынке будущего. 18-й по счету бизнес-инкубатор в республике, который открыли в Нижнем Бестяхе, возведен по их проекту. Еще один из крупных объектов – спортивный зал в Вилюйске. Сегодня ребята – лидеры отрасли на Дальнем Востоке. Я и мои партнеры решили, что набрали достаточно опыта и знаний, чтобы уйти, как говорится, в свободное плавание. Главное предназначение бизнес-инкубатора – не просто помочь стартапу арендой и профессиональной поддержкой, а полностью изменить мышление предпринимателя, приобрести опыт и уверенность в себе. Мы с ними поддерживаем связь, мы являемся дистанционными резидентами. Компания работает в комплексе. Изыскание, разработка проекта, ввод здания в эксплуатацию. Вчера открыли детский сад на 35 мест в Мальджагаре Нюрбинского района. На бумаге создают дороги, мост в микрорайоне Северный. Занимаются газификацией участков для многодетных семей. У нас на данный момент очень много объектов по всей республике. В городе Якутске, Среднеколымске, Аргахтахе, например, наша школа строится на 80 учащихся. Резидентами бизнес-инкубатора начинающие предприниматели являются лишь 3 года. Сниженная стоимость аренды, консультации, поддержка. Скептики скажут, тепличные условия не помогут стать настоящим бизнесменом. Статистика опровергнет. В условиях дикого рынка выживаемость компаний не превышает 20%. Среди бывших резидентов инкубатора остаются на плаву и захватывает рынок 80%. В ближайшие пару лет этот показатель хотят довести до абсолютного большинства. Саргалана Федорова, Григория Хлопков, Якутия. День за днем. Какие направления бизнеса наиболее успешны, где востребованы резиденты бизнес-инкубатора и в каких районах Якутии поддержка предпринимателей вышла на новый уровень? Об этом и не только. Мы поговорили с Максимом Карбушевым, генеральным директором бизнес-инкубатора республики. Все-таки как вы оцениваете развитие сети бизнес-инкубаторов в регионе? Добрый день. Ну, безусловно, сеть бизнес-инкубаторов нашей республики развивается в рамках бюджетного послания нашего главы. Это очень обширная на сегодняшний момент самая обширная из сетей в Российской Федерации. Мы открыли вот 18-й бизнес-инкубатор. В планах у нас еще открытие 2 бизнес-инкубаторов. Мы видим востребованность этого института развития для начинающего бизнеса. Ну и, безусловно, тот спрос со стороны начинающих предпринимателей, потенциальных предпринимателей, он подтверждает то направление работы, в котором мы идем. Вот под занавес прошлого года с институтами развития бизнеса встречался глава региона Егор Борисов. Какую оценку он тогда дал и какую оценку, конечно, дали эксперты развитию сети бизнес-инкубаторов? Ну, вообще, в рамках нашей программы развития сети мы апробировали свой внутренний стандарт, республиканский стандарт деятельности бизнес-инкубатора, который, безусловно, позволяет расширить спектр оказываемых услуг со стороны бизнес-инкубаторов для потенциальных, начинающих, а также действующих предпринимателей. Этот стандарт позволяет, безусловно, повысить выживаемость проекта. У нас в рамках бизнес-инкубаторов среди выпускников средний процент выживаемости составляет порядка 80-82%. Это достаточно высокий показатель в масштабах Российской Федерации. Ну, кроме того, именно система бизнес-инкубирования, созданная в нашей республике, она признана как лучшей практикой на уровне регионов со стороны Минэкономразвития Российской Федерации, Миндальвосток развития Российской Федерации, а также Агентства стратегических инициатив. То есть, в принципе, система достаточно работающая, востребованная и, безусловно, есть неплохие перспективы для дальнейшего развития. И вот в рамках встречи с главой, глава сказал, что отметил то, что институт жизнеспособен, подтвердил свою необходимость дальнейшего развития. Да, и, безусловно, в рамках этого мы будем продолжать развитие сети, в том числе по созданию инкубаторов в каждом муниципальном образовании. Но, несмотря на это, мы ставим перед собой задачи повышения качества оказываемых услуг, чтобы предприниматель, независимо от своего месторасположения, мог получить единый качественный спектр услуг
независимо от места ведения бизнеса. Ну вот в Якутске бизнес-инкубатор действует 12-й год, если я не ошибаюсь. Сколько на данный момент резидентов и какие направления бизнеса наиболее успешные? Потому что бизнес-инкубатор, это, если сравнивать с технопарком Якутия, технопарк Якутия более инновационные предприятия, а бизнес-инкубатор ближе к земле. Да, безусловно, вы правы. Значит, за все годы деятельности инкубатора в Якутске через нас прошло свыше 200 различных проектов. Сразу скажу, что эти проекты в своем большинстве, порядка 90% проектов, являются приоритетными для развития в нашей республике. Да? Это и подразумевает необходимость их поддержки. Вот. В настоящий момент в инкубаторе у нас размещено 75 проектов, это с учетом дистанционных. Таких мы тоже услугу дистанционного бизнес-инкубирования внедрили вот уже в течение 2 лет. Потребность на это есть. Вот. Ну и основные приоритеты – это местное производство, это услуги для бизнеса, услуги для населения, консалтинговые услуги. Ну, то есть тот бизнес, который действительно рынком востребован и который необходимо на начальном этапе поддерживать. Обратимся к районам республики. Наиболее успешные бизнес-инкубаторы там, на местах, где находятся? Значит, мы в рамках мотивации, скажем так, муниципальных образований внедрили совместно с Министерством инвестиционного развития предпринимательства ежегодную обязательную рейтинговую оценку. Она позволяет в комплексе оценить эффективность деятельности данного института. Мы проводим такую оценку по категориям, то есть это крупные бизнес-инкубаторы, средние бизнес-инкубаторы и небольшие сельские бизнес-инкубаторы. Соответственно, такие же и программы создания у нас есть этих объектов. Вот. Ну, по итогам 2017 года мы такую оценку уже завершили. Самыми эффективными у нас признаны это бизнес-инкубатор Намского улуса в городе Вилюйске. Буквально в затылок им дышат бизнес-инкубаторы Нюрбинского улуса, Алданского района. Ну и одним из лидеров также является бизнес-инкубатор в городе Якутске. В этом году откроются бизнес-инкубаторы еще в 2 городах. И возникает вопрос, на кого все-таки делается больше упор? На города крупные, республиканские, или все-таки на небольшие поселки? Бизнес-инкубаторы, как я сказал, будут создаваться в каждом муниципальном образовании, да? Но, безусловно, мы идем по приоритету востребованности. То есть нет задачи создать институт развития. Главное, чтобы он стоял заброшен. Конечно, главное, чтобы он эффективно работал. Да? И, безусловно, приоритетно мы создаем там, где есть на это большой спрос. Спрос как со стороны администрации муниципальных образований, потому что они принимают участие в реализации этого проекта. Ну и, безусловно, потенциал для развития бизнеса. Поэтому мы сейчас приоритетно создаем в крупных районных центрах. Да? Но и поскольку у нас уже центральная, южная, западная, восточная часть Якутии уже закрыта этими объектами, у нас осталась одна Арктика. А вот вы сказали как раз, что идет оценка эффективности. Как оценивают? По каким критериям? Где больше резидентов или где больше успешных проектов? По каким критериям все-таки выставляете оценку? Это такой достаточно комплексный рейтинговый показатель, интегральный показатель. Методику мы его тоже сами разработали. Вот. Оно учитывается и эффективность использования площадей бизнес-инкубатора, то есть их загруженность. Учитывается количество проектов, учитываются качественные показатели по выручке, по созданным рабочим местам. К примеру, вот сетью бизнес-инкубаторов по итогам 2017 года у нас поддержано около 300 различных проектов среди начинающих предпринимателей, которыми создано почти 600 новых рабочих мест. То есть это достаточно большие показатели. Выручка этих проектов приближается к 500 000 000 рублей за 2017 год. Ну вот смотрите, резиденты являются резидентами бизнес-инкубатора, предприниматели 3 года, платят аренду по льготной ставке. Вы им помогаете консультациями различными, помощью в том, чтобы встать на ноги. Какая вам выгода от этого? Что получает бизнес-инкубатор? Ну, бизнес-инкубатор как институт государственный либо муниципальный институт развития предпринимательства, он на самом деле личной заинтересованности никакой не имеет. Да? Для этого есть частные бизнес-инкубаторы, которые зарабатывают на взращивании бизнеса. Мы же со своей стороны создаем условия для развития бизнеса как государственный институт развития. Да? И государство здесь основной выгодоприобретатель, скажем, да, от создания этих благоприятных условий. Если на сегодня оценить
эффективность деятельности институтов в лице бизнес-инкубаторов, да, мы такой мониторинг тоже ведем, к примеру, на рубль затраченных средств на содержание бизнес-инкубатора государство получает 10 рублей в виде налоговых отчислений. То есть это очень неплохой показатель, 1:10. Да, вот. Это говорит как раз о бюджетной эффективности деятельности этого института. Поддерживают не только начинающих предпринимателей, но и молодых представителей рабочих профессий. В Якутии продолжается региональный чемпионат World Skills. 300 участников со всей страны выяснят, кто лучше в огранке алмазов, кондитерском деле, фотографии. Всего 60 направлений деятельности. Конкурсные работы оценивают не только местные эксперты, в составе жюри специалисты из других регионов России. Чемпионат продлится до 25 февраля. Победители примут участие в отборочных соревнованиях. Затем, если все сложится, у них появится реальный шанс выступить в финале, который пройдет в августе в Южно-Сахалинске. Чемпионат World Skills затронул не только Якутск. В республике 6 площадок, где проходят соревнования молодых профессионалов. Например, в Хандыге Тампонского района впервые соперничают бульдозеристы. Турнир охватил Мирный, Нижний Бестях, Ажулун. Кто собрался в Нерюнгри, в столице Южной Якутии, расскажет Екатерина Павлова. Команда Якутского колледжа связи и энергетики имени Петра Ивановича Дудкина. Южно-Якутский технологический колледж в Нерюнгри не первый раз проводит на своей базе всемирно известный конкурс. Отборочный этап конкурса профессионального мастерства пройдет в течение 2 дней. На этот раз в нем принимают участие 14 экспертов и 10 участников. Это движение, которое позволяет сегодня молодым людям включиться в международный процесс и доказать, что они на сегодня лучшие профессионалы. Очень сложные задания, согласованные на уровне Российской Федерации. К нам приезжает национальный эксперт, который будет оценивать все уровень подготовки наших студентов. В столице Южной Якутии проходят конкурсы по 2 компетенциям – веб-дизайн и разработка и программные решения для бизнеса. Высокий уровень организации позволил полностью оборудовать конкурсные площадки, отвечающие всем требованиям. Напомним, что чемпионат позволяет студентам и молодым специалистам соревноваться в равных условиях. Возрастная категория – 16-22 года. Нерюнгринец Максим Осипов – не новичок в движении «Молодые профессионалы» по стандарту World Skills. Парень уже имеет успешный опыт участия в чемпионате. В прошлый раз, пройдя отборочные республиканские этапы по компетенции веб-дизайн и разработка, Максим дошел до национального этапа конкурса в Казани. Увидел, какой нужен уровень, какая нужна подготовка. Понял, насколько серьезное мероприятие, что позволяет участникам показать себя, проявить в разных сферах своей деятельности, определиться, потому что все компетенции включают в себя обширные базы знаний, а для участника, по сути, в работе нужно определенные специализации, и он может как раз-таки выбрать что-то из подходящего ему. Сегодня Максим пробует свои силы в компетенции «Программные решения для бизнеса» и нацелен на победу. Подобные конкурсы являются сильным мотивирующим фактором молодежи к конкуренции в своей профессиональной деятельности, самореализации и освоению международных стандартов. Туяра Борисова, студентка Покровского колледжа, также уже второй раз принимает участие в чемпионате «Молодые профессионалы». Получив хороший опыт от первого раза, Туяра лучше поняла, какая нужна подготовка и как добиться своей цели. Сегодня единственная девушка из 10 участников доказывает свое мастерство по компетенции веб-дизайн и разработка. Прежде всего для начинающих программистов, которые планируют в будущем развивать свою профессию, свое мастерство. Например, ребята после участия в World of Skills могут дальше себя реализовать в этой направлении. Главная цель для конкурсантов – показать на практике свои знания, получить хороший опыт и зарекомендовать себя как грамотного специалиста. Работодатели после таких конкурсов принимают участников на работу с большим удовольствием, и стартовые позиции у такого молодого специалиста на производстве значительно выше. Победители, лучшие профессионалы по итогам регионального чемпионата, продолжат участие уже в республиканском и всероссийском этапах конкурса. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Такой была уходящая неделя. Наши корреспонденты следят за главными событиями день за днем. До свидания.